Во времена кризиса, в эпоху тотальной безработицы, на что готовы пойти ради своих дам настоящие рыцари? Ограбить банк? Нет. Угнать автомобиль? Тоже нет. Оборовать склад с женским нижним бельем? Пожалуйста. Об этом в программе «Криминал в большом городе». Два молодых человека, не в силах более терпеть упреки жен по поводу рваных колготок и старых бюстгальтеров, не смогли придумать ничего лучше, чем ограбить склад с женским нижним бельем. Но порадовать милых дам неудачливым воришкам не удалось. Сторож поймал их с поличным и вызвал полицию. В результате жены остались при старых бюстгальтерах, а мужья оказались под следствием. С вами была программа «Криминал в большом городе». И помните, что за каждое преступление вас неминуемо ждет наказание.